Проплачено. Представляю вашему вниманию сайт radugaigry.ru. Развивающие игры для детей от самых маленьких и до детей постарше. Огромнейший ассортимент, низкие цены и, конечно же, доставка по всей России. Заходи и порадуй своего ребенка. Чух-чух, бабах. Это фаст-обзор, и сейчас я расскажу вам, как показать скрытые файлы, папки и диски. А мы переходим в пуск, в менюшку поиска. Вводим параметры папок. Заходим в параметры папок. В контекстном меню мы нажимаем вид, прокручиваем вниз. Показывать скрытые файлы, папки и диски. Применить, окей. Теперь у нас показываются скрытые файлы, диски. А чтобы обратно это все сделать, тоже заходим в параметры папок. Вид. Сюда же заходим. Не показывать скрытые файлы, папки и диски. Применить, окей. Собственно, все. Всем пока. Всем удачи!